14 жовтня у Дніпрі пройде фестиваль до Дня захисника вітчизни та 74-ї річниці визволення міста. Авіашоу – реконструкція епізоду Другої світової війни «Визволення міста Дніпро». Виставка ретро та військової техніки, польова кухня – все це та багато чого іншого готують для дніпрян організатори. Саме про це будемо говорити сьогодні із гостем нашої студії. Про приготування до свята, його програму та місце проведення докладніше буде розповідати гість нашої студії, організатор фестивалю Віктор Боняк. Добрий вечір нашому гостю. Добрый вечер. Итак, подробнее давайте, что будет на фестивале, рассказывать. На фестивале будет реконструкция и эпизода АТО тоже. Это оборона 29-го блокпоста, но это собирательный образ. Это таких блокпостов и опорных пунктов было много. Просто я сам воевал в Айдаре, поэтому как бы выбрал такое название. Вот. А второй эпизод – это же освобождение города Днепропетровска. Днепра, забывать не надо об этом, потому что мотивация сейчас нынешних воинов – это корни казацких времен, еще когда боролись за независимость Украины. Это Вторая мировая война, это Афганистан. Очень много войн было на нашей земле. Поэтому надо это все показывать, чтобы молодое поколение и люди… А как это все будет происходить? Кто будет участвовать? Как это в виде театрального действия? Это будет со всей Украины съезжаются люди, это реконструкторы. Вообще, чем мизинка этого мероприятия, это музей под открытым небом. И не просто музей, это техника, которая двигается, это самолеты, которые летают, это люди, одетые в униформу соответствующего периода, с оружием тоже того периода. Ну, макетами оружия, естественно. Вот, то есть могут подойти и дети, и взрослые, потрогать, им расскажет человек что-то такое, как называется. И... Но они будут именно воспроизводить действия там. А потом будет воспроизведение, действия, да? Да, будут воспроизводиться боевые действия, они будут имитировать оборону, вернее, оборону. Немцы будут... Там будут и немцы тоже, да? Они будут держать оборону, а наши войска будут освобождать территорию. А как это можно наблюдать? Нужна какая-то позиция? Место, место хорошее. Это Игрень, Балка, район улицы Солнечногорской. Там удобно, что эта балка, она как чаша, амфитеатр. То есть там очень удобно будет видеть сверху это все. То есть зритель стоит сверху, да, а действие происходит где-то внизу, в низинке. Да. А еще авиашоу. Что это такое? Авиашоу, вот, конечно, знаете, какое-то такое странное у меня впечатление, да, потому что очень много мы было трагедий с этим. Так у нас спортивный самолет, который будет выполнять фигуры, то есть имитировать налет на позиции. То есть там нет жилых домов. Вот он будет работать над полем, поэтому... Это как участник вот боя тоже, да, да, будет? Да, это да, не да, то, что да, там вот показывать военную технику, да, авиатехнику, а именно как элемент боя, да, да, будет да, происходить. Совершенно. Так, я так понимаю, что очень обширная подготовка к этому нужна. Как-то репетируете? На каком этапе Репетиция сейчас? Будет завтра в 3 часа дня. Вот. Завтра будет тоже, кстати, концерт вечером. Мы его не анонсировали, потому что как бы для местных там жителей, ну, кто хочет, пусть приезжает. Это открытое мероприятие. А подготовка началась еще с мая месяца, когда было доручение. Это все проходит при поддержке областной рады. Вот. И мы сняли фильм в рамках этого фестиваля про добровольцев, которым попытались... объяснить мотивацию людей, которые пошли защищать свою землю. А вот. У нас есть трейлер. Давайте покажем зрителям нашим, если... пожалуйста. За что они воюют тут? За свою землю? За нас с вами? Добровольцы. Кто эти люди? Камера. Так, стоп. Что ты делаешь? А чему добровольцы? Потому что мужик не ладно. Чому я не знаю, не стріляйте у відповідь там. Живи! Живи! Вот это и есть понятие земля, то есть это то, куда ты приходишь, где ты умираешь, где ты растишь детей, это считается родная земля. Ну для меня, по крайней мере, это так. И, насколько я понимаю, этот фильм, а потом продолжение темы будет 14 да, октября. Да, фильм мы сняли, и мы подготовили, фактически уже издали книгу памяти
погибших жителей Днепропетровска, Днепра в АТО. Почему мы это сделали? Потому что есть книга памяти Украины, но ее нет во всех библиотеках, музеях. И вот мы при поддержке областной рады мы это сделали, чтобы в каждом музее, и в школьном, и в историческом, и в каждой школе была книга, где были наши герои, которые погибли за свободу и независимость Украины. Новая история Украины. Да, новая история Украины. Которых... Не могу не спросить, там полевая кухня была. Очень любят наши горожане покушать будет, и выпить, не без этого. Полевая кухня, не одна, их будет целых три. Вот, будут там и казаки свой кулеш варить, и другие там люди. Это плов платно, бесплатно для гостей? Полевая будет. Кухня бесплатно, а кулеш там все, это на вкус, это уже там как дополнительное, может, да, это может быть будет платно. Но это ну, не мы, это делают люди, которые будут готовить, они будут продавать. А полевая кухня бесплатно. А давайте еще раз уточним место и как туда добраться. Туда добраться можно тремя маршрутками. Это два, это с Приднепровска номер два, семерка идет с вокзала и 21 идет от нового центра. Это жилмассив Игрень. Это жилмассив Игрень, район улицы Солнечногорской. Район улицы Солнечногорская. А где там информацию о вас там в соцсетях? В Фейсбуке, да, есть. Да? Да, в Фейсбуке как есть плакат, вас искать? Там. Виктор Боняк. На вашей странице, да, есть, страница. То есть специальной страницы нет, есть ваша личная страница с вашим именем, там вся информация о времени, месте, еще раз, кто не понял, не услышал, приглашайте. Да, пожалуйста, приходите, будет интересно, вы окунетесь в быт Второй мировой войны, и даже дождь не будет помехой, потому что вы поймете, как нашим солдатам сейчас тяжело, они ж никуда с поля не уходят, они находятся там, то есть дождь, и кушает уже кашу. И... К сожалению, да. А планируется дождь по прогнозам? Ну, как не знаю. Прогноз вроде с прояснениями. Но мы проводим в любом случае мероприятие. Угу. Будет дождь, не будет, дождь все равно состоится. Это такое мероприятие на целый день или на сколько времени займет? С 10 до 16. С 10 до 16. Да. Итак, 14 октября, жилмассив Игрень. Да. Спасибо за визит нам в студию. И пусть все пройдет без дождя, все получится задуманное. Да, спасибо. Ще раз дякую нашему гостю Віктор Боняк. Організатор фестивалю «До Дня захисника вітчизни». Я нагадаю, він пройде 14 жовтня.